Здравствуйте. В прямом эфире программа «События». Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главная тема выпуска. 13 школ и 12 садов без отопления. В Самарской мэрии разбираются в причинах. Самара простила тебя. Почти 35 тысяч горожан пришли на концерт Димы Билана. Съездили в Грузию, выпили там 150 бутылок кинзмараули. Актеры Пермского театра «У моста», чтобы поставить хунуму, погрузились в атмосферу кавказской страны. Хлеб – место зрелищ. Расстроенных фанатов «Крыльев» подбадривали бесплатной едой. Когда же потеплеет? Этот вопрос по-прежнему актуален для самарцев. И если с погодой более-менее ясно, синоптики обещают до плюс 19 на неделе, то с теплоэнергетиками не все так однозначно. Два десятка детсадов и школ пока без отопления. Причина тому – коммунальные аварии. Решение этой проблемы сейчас главный вопрос на повестке дня в Самарской мэрии. Лариса Шалафас знает ситуацию в деталях. В Самаре продолжается плановое подключение домов к теплу. Батареи уже прогрелись в квартирах более 7 тысяч домов. По информации Департамента городского хозяйства и экологии, на 90% с объемом подключений справились в Куйбышевском районе. Медленнее всего тепло дают в Октябрьском. График подачи тепла на особом контроле оперативного штаба. Хотелось бы сейчас, на этой неделе, до 5 числа, в полном объеме, знали по каждому дому, до... Еще раз подчеркиваю, и когда будет включение. С начала отопительного сезона произошло более 100 повреждений. Сейчас их оперативно устраняют. Глава города Елена Лапушкина поручила своевременно информировать жителей о сроках подключения отопления. Эта задача в настоящий момент является приоритетной. Все адреса, которые у нас с вами, появляются в социальных сетях, через общественную приемную, через наш ЕДДС, вы должны полную информацию предоставлять жителям. Когда, какие сроки, какая авария, кто работает? Особое внимание детским садам и школам. Сейчас без отопления остаются в общей сложности два десятка учреждений. Причина – порывы на сетях. Работы ведутся, тепло начнет поступать в ближайшие сутки. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, «События». «Прости меня, Самара», заслуженный артист России Дима Билан приехал с извинениями после скандального выступления на Дне города. О том, как певец заглаживал свою вину, расскажет Елена Малютина. Студия инклюзивного творчества «Второй дом» для сотни самарцев. Здесь занимаются вокальной терапией, в танцевальном театральном кружках, психологической мастерской, рука об руку, люди здоровые и с особенностями. Заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан помог осуществить их давнюю мечту. Подарил сертификат на устройство уникальной в своем роде детской площадки. Ее проект уже готов. Дима сегодня действительно положил основу, потому что на его сертификат будет закуплено оборудование специализированное, да, инклюзивное, на котором могут кататься там, или использовать его разные дети, то есть с разными формами инвалидности, и слабовидящие, и на колясках, и аутисты. То есть это специализированное оборудование, которого действительно в Самаре еще нет. Очень хочется гулять наравне со всеми. Очень хочется даже мне, взрослому человеку, покататься на качелях, потому что не везде и не всегда, к сожалению, это возможно. Очень хочется мне потрогать песочек, не нагибаясь, да, чтобы мне было это удобно. На память на стене в студии Дима Билан оставил отпечаток своей ладони и пообещал приехать на открытие детской площадки, которая состоится следующей весной. Спасибо! Добро пожаловать в нашу инклюзивную семью. Спасибо. Еще один сертификат, на этот раз на покупку медицинского оборудования, Дима Билан подарил Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой. Здесь появятся мониторы, которые будут отслеживать состояние здоровья маленьких пациентов. А вечером самарцев ждал бесплатный концерт. За 40 минут до старта на площади Куйбышева начали собираться фанаты. Я думаю, этот концерт будет даже лучше, чем запланированный тот. И я считаю, что Самара Диму простила. Песню «Не молчи» артист спел вместе с детьми и посвятил ее ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Любовь. В
Второй сентябрьский концерт длился больше часа. Горожане подарили артисту плакат с надписью «Самара простила тебя». Елена Малютина, Максим Гусев, Николай Епифанов. События. Волга театральный продолжает удивлять зрителей. Пермские артисты перенесли самарцев на Кавказ. Они показали комедию «Ханума». Чтобы ее сыграть, актеры жили в Грузии, знакомились с местными традициями и пили кинзмараули. Как такой опыт повлиял на спектакль, увидела Мария Левина. Фестиваль «Волга театральная» продолжается. Сегодня будем погружаться в страну спелых персиков. В солнечную Грузию нас принесет игра актеров из Перми. Попробовать Грузию на вкус. К подготовке спектакля артисты подошли более чем серьезно. Первым делом они поехали в теплую и колоритную страну, чтобы поближе познакомиться с людьми, которые там проживают, узнать о ее культуре и традициях. Там же закупили все костюмы и реквизиты, и даже кинжалы. Чтобы проникнуться духом веселого и беззаботного народа, пришлось выпить 150 бутылок кинзмараули, смеются артисты. Но оно того стоило. «Ханума» – легкая комедия, в непривычный жанр для пермского театра «У моста», который славится своими классическими постановками и склонностью к мистике. Но удивлять зрителей – это главная задача, которую ставит перед собой театр. На этот фестиваль «Волга театральная», нам захотелось привести что-то совершенно неожиданное. Это невероятная комедия, веселая, легкая. И театр «Мост», он известен как единственный в мире мистический театр. Но мы всегда обманываем нашего зрителя. Мы всегда ставим следующий спектакль, который не похож на предыдущий. И вот этот спектакль, он совершенно не похож на наш репертуар. Поэтому мы его привезли, чтобы показать, что театр «Моста», он умеет играть все. Пермский театр в Самаре не впервые. Коллектив приезжал в город 10 лет назад на фестиваль «Золотая репка». И тогда артисты влюбились в Самару. Как только им предложили поучаствовать в фестивале «Волга театральная», согласились, не раздумывая. Одновременно с «Ханумой» на сцене театра «Самарская площадь» шла варшавская мелодия в исполнении актеров из «Набережных Челнов». Мария Левина, Григорий Пельшаков. События. Струковский сад стал площадкой для масштабной акции 3-го Всероссийского фестиваля Росгвардии «Безопасный город». Фестиваль проводится в разных регионах страны по инициативе директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктора Золотова. В Самаре жители и гости смогли не только познакомиться с росгвардейцами, но и получше узнать о специфике их службы. Валерий Куценко тоже теперь знает больше. Под зажигательные звуки оркестра управления Росгвардии началась программа фестиваля в Струковском саду. Организаторы основательно подготовились, чтобы удивить самарскую публику. Показательные выступления бойцов спецподразделения, большая выставка оружия, а также спортивная эстафета, где юнормейцы и ученики Самарского спортивного лицея показали мастерство. По легкой атлетике, посвященной фестивалю «Безопасный город», награждается гимназия номер 3 городского округа Самара, отряд «Миротворцы». У нас именно направлено то, что у нас была подготовка, чтобы мы могли работать с другими людьми. Это нас развивает в общественной среде. А патриотизм? Что касается? Патриотизм, конечно, патриотизм. Ну, если ты не любишь свою страну, то зачем ты в ней живешь? Ребята повеселились, вот мы младшие классы привели. Девчонки у нас участвовали тоже против юнормейцев, сказали выступить. Нас вообще изначально как помощников сюда позвали, помочь там подбодрить ребят наших. Мы их позвали, вот, юнормейцы вышли. 5-0 что-то победили мы резко. Победили, не знаю, может где-то воля, может где-то характер. Спортсмены, они же такие волевые. Особо внимание гостей акции «Безопасный город» привлекли показательные выступления сотрудников ОМОН на спецтранспорте. Бойцы продемонстрировали броски, приемы рукопашного боя с холодным оружием и подручными предметами, экипировку и снаряжение инженерно-технических групп и боевых пловцов. Цель нашего сегодняшнего праздника – показать, каким образом Российская национальная гвардия может обеспечить общественный порядок и общественную безопасность в совокупности с другими силовыми структурами. Показать свои новинки в сфере охранной деятельности, оказать посильную помощь в вопросах оформления оружия нарезного либо гладкоствольного. С Росгвардией наш город, страна может спать спокойно. У нас целое движение военно-патриотической юной армии, то есть много детей. У них также
присутствует строевая подготовка, все, то есть, ну как, они готовят молодое поколение к войскам, то есть службе в армии. Юную армию можно в Росгвардию попасть? Смело, да, конечно. На одной из площадок гостям праздника рассказывали о том, как правильно приобретать, хранить и носить гражданское огнестрельное оружие. Валерия Куценко, Максим Гусев, события. Любимые у современной детворы герои мультфильмов «Бесплатная сладкая вата», мастер-классы по рукоделию на обновленной Крымской площади прошел большой детский праздник «Веселые ребята». Там побывала Елена Малютина. Итак, друзья, нам с вами нужно растрясти ручки. Растрясти пузяки. Вот так, молодцы. Вот, ну что, здорово. Поехали. Пасмурная погода веселому выходному не помеха. На обновленной Крымской площади многолюдно. Большой детский праздник собрал около сотни самарцев. Многие пришли отдохнуть всей семьей. Привели в порядок, сделали все. Замечательно стало. Можно и с детишками, и с семьей погулять. Да, праздник уже второй раз проходит, нам очень нравится, все замечательно, хорошо. Прекрасно, что появилось такое место недалеко от дома, где можно погулять, где можно отдохнуть всей семьей, с детишками, тем более такой праздник устраивают, очень, очень приятно. Прийти в выходной день на такую красивую площадь с детьми, дети у нас маленькие, им интересные, фиксики, сладкие эти подарки всякие, вот, нам очень нравится, очень приятно. Площадь преобразилась, есть где посидеть. Гномиков и ежиков из пластилина малыши делают на мастер-классе под открытым небом. Здесь же создают картины из шерсти. Для детей на самом деле очень легко. Здесь вместо красок мы используем шерсть. И также как красками, накладывая мазки. По примеру вот этих работ дети делают поделки в технике сухое валяние. Используют основу, на нее накладывают шерсть, 10 минут времени и картина готова. Любой желающий может ее забрать к себе домой на память. Здесь же можно полакомиться бесплатной сладкой ватой. Детский праздник «Веселые ребята» организовала администрация железнодорожного района и депутаты городской думы. Крымская площадь уже полюбилась самарцам, полюбилась жителям района. И поэтому мы подумали, что именно надо на Крымской площади сделать большой детский праздник, чтобы это было больше, чем просто праздник двора, чтобы это был такой уже праздник прям района. Такие праздники станут доброй традицией, обещают районные власти. Уже началась подготовка к новогодним праздникам. Елена Малютина, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях дня. ДТП с участием скорой помощи произошел в ночь на понедельник в Самаре. Около 23:30 на пересечении Московского шоссе и 22-го партсъезда столкнулись «Лада Приора» и машина, спешащая на вызов. По словам очевидцев, врачи ехали по дороге с проблесковыми маячками. На перекрестке водитель легковушки не пропустил автомобиль. В результате столкновения скорая перевернулась. Очевидцы сняли на видео последствия аварии. Фельдшер скорой, получившая повреждения, пыталась оказывать помощь другим. Случайные прохожие также пришли на помощь и помогали людям выбраться из машин. В ДТП пострадали трое, в том числе несовершеннолетний. В Самаре задержали двух женщин, которых подозревают в краже крупной суммы денег у пенсионерки. По версии следствия, девушки под видом социальных работников проникли в квартиру женщины на Аэродромной и украли около 500 тысяч рублей. После происшествия 82-летняя жительница Самары обратилась за помощью к правоохранителям. По приметам, которые описала пенсионерка, задержали двух женщин. Ими оказалась 28-летняя безработная жительница Самары и 32-летняя жительница Чапаевска. Вторая подозреваемая уже отбывала наказание за кражу и мошенничество. Если вам что-либо известно о задержанных, просьба звонить по телефонам, указанным на экране, или по телефону 112. В Самаре хотят пустить трамвай до мехзавода. С такой просьбой в соцсетях к районным властям обратились жители. В социальных сетях они предложили проложить трамвайные пути, чтобы разгрузить местные автобусы. На предложение о строительстве новой трамвайной линии откликнулись представители департамента градостроительства Самары. «Идея дорогая, но прорабатывается», — написали они. Напомним, ближайшая к мехзаводу трамвайная остановка находится около Самара-арены. Пока это единственный общественный транспорт, который курсирует к поселку. Автобусы, которые, по словам местных жителей, всегда переполнены. Аттракцион неслыханной щедрости, который едва не закончился трагедией. В одном из торговых центров была объявлена акция «Весы за 99 рублей». Самарцы буквально сметали товар со скидкой. Возмущенные покупатели выложили в сети видео стопотворения. У касс образовались огромные очереди. Приобрести весы по выгодной цене пришли и родители с маленькими детьми, которых активные покупатели едва не затоптали.
Октябрь порадует самарцев прощальным теплом. По прогнозам синоптиков, на предстоящей рабочей неделе столбики термометров поднимутся до 19 градусов. В понедельник будет облачно, ветер южный. Температура воздуха 9-14 градусов. Во вторник, 1 октября, пройдет небольшой умеренный дождь. Ветер будет южный. Воздух прогреется до 9-14 градусов, рассказали специалисты Приволжского УГМС. Швейцарский джаз. Самаре на бис отыграл концерт молодой, но уже известный дуэт Хейли. Композиция завораживает и гипнотизирует слушателя. Как этого добиваются музыканты и как пишется джаз в горной стране, узнал наш корреспондент. Чай, долгие разговоры об искусстве и многочасовые музыкальные импровизации. Так рождается музыка, которую играют швейцарские джазисты Йонас Рутер и Лука Фрис. Они сыграли концерт в Самарском художественном музее. Их дуэт «Хели» — нетипичный джазовый бенд. Первое, что бросается в глаза, музыканты играют без поддержки контрабаса. Они говорят, этот инструмент сдерживал их творческие поиски и мешал взаимопониманию в коллективе. Мы работаем как партнеры. Йонас создает грув, я создаю ритмические паттерны. Затем мы объединяем все воедино, немного импровизируем, как и большинство музыкантов. Свой жанр музыканты называют транс-джазом. Это медитативные, погружающие в себя композиции. Музыка Хели, череда смен настроений, эмоциональных взрывов и затишей. Йонас и Лука чувствуют друг друга с одной ноты и легко меняют стили и жанры, часто выходя за пределы джаза. Мелодически музыка Хели минималистична, но выверена до малейшего звука. Именно это и пришлось по душе самарским слушателям. Многие европейские музыканты экспериментируют, они делают какое-то свое идейное такое творчество, создают концепт и не боятся быть непризнанными. Я находил этих ребят на Ютубе, и ну прям цепляет музыка. Да, то есть она погружает тебя в какой-то, не знаю, какой-то свой такой своеобразный мир. Музыканты высочайшего, высокого класса, без сомнения. Но ребята молодые, они увлеклись полистилистикой. Концерт завершился долгими овациями. Впереди у музыкантов выступление еще в нескольких российских городах. И новый альбом, который выйдет в марте. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. В России сегодня, 30 сентября, день интернета. Дата эта молодая, прижилась она с 1998 года. Тогда, по данным переписи, доступ к всемирной сети имели не более миллиона человек. Сейчас на его просторах ежедневно информацию ищут более 80 миллионов. Эксперты исследуют новые явления, и пока не ясно, что, чего больше в нем плюсов или минусов. Никита Борисов тоже пока не определился. Всемирная паутина стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она сильно облегчает поиск информации и способы общения. Но, как и у любого блага, у нее есть свои достоинства и недостатки. Студент Александр Машкарев – активный пользователь интернета. Рассказывает, плюсы для него очевидны. Например, для связи гораздо дешевле не звонить, а общаться в соцсетях. Кроме того, интернет помогает развиваться. Общение для изучения, то есть обширная база – это проще, чем ходить в библиотеку. И всегда под рукой. Это очень хорошо для саморазвития. То есть я сейчас самоучка, начинаю учить английский язык. Многие в интернете работают. Можно жить в одном городе, а работать в другом. Например, Павел Ларионов живет и работает в Москве. Поездка в Самару никак не сказалась на рабочем графике. Вы меня застали в момент, когда я работал в телефоне. То есть это прям неотъемлемая часть моей жизни. У всемирной паутины есть и свои недостатки, которые связаны с использованием гаджетов. Часто люди сидят с планшетами и телефонами в руках в неестественных позах часами, теряя ход времени, что плохо сказывается на здоровье. Сгибатели рук в постоянном согнутом состоянии, в тонусе мышцы кисти, опущена голова. Естественно, проблемы уже появляются с опорно-двигательным аппаратом. Чтобы при использовании гаджетов проблем со здоровьем не возникало, врачи советуют делать разминку. Каждые 20 минут глазам нужна легкая зарядка. Достаточно менять фокус зрения, переводя взгляд с ближнего предмета на дальний и назад. Никита Борисов, Николай Епифанов. События.
Между тем, за прошедший месяц в интернете самарцы больше всего интересовались новинками кино. Самыми частыми запросами в Яндексе, по данным этой поисковой системы, стали новости о новом «Форсаже» и картине «Однажды в Голливуде» культового режиссера Квентина Тарантино. Не меньшим интересом пользовались и футбольные матчи, прежде всего, игра и «Крыльев Советов» и «Спартака». Волжане проиграли, москвичи вырвали у них победу в дополнительное время. Внимательно самарцы следили и за поединком Краснодара и португальского Порто в Лиге чемпионов УЕФА. Состязание завершилось победой россиян. Тем временем у «Крыльев Советов» космический взлет по турнирной таблице чемпионата страны с последнего 16-го на 10-е место. Футболистам потребовалась всего лишь одна победа. На Самаре-арене они выиграли «Тамбов». Сергей Кизоркин увидел удивительный матч. Бутерброды с котлетой и шиш чевап – это сербский шашлык. Привлечь на стадион болельщиков на матч с Тамбовым главный тренер «Крыльев Советов» Миодрак Божевич надеялся именно так. Ведь результативного зрелища с победными голами самарские фанаты футбола не видели уже 4 последних матча. И как результат – последнее место в турнирной таблице чемпионата страны. Однако, несмотря ни на что, руководство клуба верит в талант сербского специалиста и увольнять его пока не собирается. Любая команда, да, у нас пришло большое количество игроков, да, она, конечно, подразумевает тоже какой-то период для там, взаимодействия. Там, вероятно, что есть оценки, что это время для организации взаимодействия, взаимопонимания там, несколько затянулось, да, но мы же видим, да, и игра интересная идет, игра интересная, атакующая, да, там, голы забиваем. Забивать мячи в матче против Тамбова самарцы начали только во втором тайме. Первый залетел с пенальти. Отличился лидер «Крылышек» Александр Соболев, который стал лучшим игроком встречи. По мнению главного тренера Тамбова, этот гол выбил команду из седла. Потому что пенальти не было. Пенальти выдуманный. Он мифический. А с него счет стал 1-0. Все. Игра закончилась. Игра закончилась, но не для футболистов «Крыльев Советов». Уже через 2 минуты счет стал 2-0. Максим Канунников оформил первый гол в этом сезоне. А главный тренер Миодрак Божевич рассказал, победа закономерна, и клуб будет уверенным середнячком в национальном чемпионате. Было очень много неудачных поражений в последних минутах. И нормально это давит на футболистов. Это было очень трудно, но думаю, что сегодня мы сделали хороший шаг вперед. Думаю, что надо появиться больше уверенности. Победив Тамбов, самарские «Крылья» резко взлетели с 16-го места, с самого дна турнирной таблицы, на 10-е. Опередив казанский «Рубин» по разнице забитых и пропущенных мячей. У обеих команд по 11 очков. Не хотелось бы говорить о фортуне. Наверное, сегодняшняя победа была добыта тяжелым упорным трудом. Все ребята старались, бились. Ну и самое главное, сзади ноль. Следующий матч «Крылья Советов» сыграют в гостях у Сочи, затем в Оренбурге. Самара-арена ждет болельщиков 27 октября. В воскресенье «Крылышки» встретятся с одним из лидеров премьер-лиги – питерским «Зенитом». Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. В воскресенье в Самаре простились с бывшим прокурором города Рашидом Бадаловым. Уроженец Азербайджанской ССР, Бадалов родился в 59 году. В 84-м окончил юридический факультет Казанского госуниверситета и устроился старшим следователем прокуратуры Новокуйбышева. В течение 99 года в организационно-методическом отделе Следственного управления прокуратуры Самарской области занимал должность начальника. С 99 по 2007 начальник отдела криминалистики прокуратуры Самарской области. С 2007 заместитель прокурора, а затем и прокурора Самары. Вышел в отставку летом 2011 года. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам, увидимся.